Добрый день! Мы снова в клубе «Дю» на Новинском бульваре. И у нас снова программа «Клубный день рождения». Сегодня... Сегодня день рождения у нашей дочери Агнии. Ей сегодня исполнилось 8 лет. Вот. Так что давайте мы ее поздравим. Агния, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Мы приготовили интересную программу для всех, кто пришел к нам в гости в студию. Начнем наш праздник с небольшого концерта, который приготовила семья Лобачевых, то есть мы. Это Алексей, Маргарита и наши дети. Петя, выходи к нам, Петенька, пожалуйста. Петя, Агния, Доброслав, Полина, Володя. Но, к сожалению, нашу маленькую не взяли, она приболела. Вот, поэтому мы будем в уменьшенном составе. А сколько у вас всего деток? Вопрос. Шесть! Вот большая семья! Да. Так, ну мы начнем концерт с того, что, ну, во-первых, сейчас зима продолжается. Зимой главный праздник какой у нас? Кто знает? День рождения. Новый год. Я про зиму спрашиваю. А также еще есть такой древний праздник Коляда. Когда люди коледовали. Ну, вот такой фрагмент, как бы, такого колядочного действия мы сейчас покажем. Хотя уже коляда как бы закончилась, коледование тоже закончилось, но все равно мы вот продемонстрируем. Тук-тук-тук. Пустите козу в хату. Го-го-го, коза, го-го, серая, где ж ты, козонька, где ж ты бывала? Я в бару-бару ягодки брала. Как прибег волчок, сопил козоньку, как ты, козонька, как ты кричала, так я кричала, мее. Го-го-го, коза, го-го, серая, как ты, козонька, как убежала, так убежала. Где коза ходит, там жито родит, где коза ногой, там жито рекой. Где коза рогом, там жито снопом. Колят, колят, колядица с добрым медом. Коляница без меду не така. Дайте, дети, пятака! Пятака мало, да? Дайте кусок сала. Она что, вам сало? Что-то коза сплясала. А она умеет? Еще как. Колядочные песни, как бы, известны еще тем, их еще называли, ну, колядки, щедровки. То есть в припеве был «Щедрый вечер» пелось. И вот одна из таких щедровок сейчас будет исполнена. Молодой Иванушка, коня седлая, щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровья. Коня седлая, с двора съезжая, щедрый вечер, добрым людям на здоровья.
моєго тістюшка, щедрий віче, добрий віче, добрим людям на здоров'я. Винасяємо знато узічку, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Листечку прийняв, шапочку не сняв, не нахвалився. Щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Ви хазяїно, його тещенька, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Винасяємо шити платочек, щедрий вечер, добрим людям на здоров'я. Платочек прийняв, шапочку не сняв, не нахвалився, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Вихадяємо Єву Мар'юшка, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Винасяємо золото колечко, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Колечко прийняв, шапочку сняв, накланявся, щедрий вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. А сейчас мы споем песню «Лигойка». Точнее, «Потешка». «Потешка», «Лигойка». «Лигойка» — слово не очень понятное, может быть, для всех, но объясняется оно, как мы его объясняем. «Лигойка» могло произойти от слова «легонько», «легкое». Вот. И в Калужской области есть река Лигойка. Вот. Это вся информация вот об этом слове. Следующая песня, следующий номер или постановка, ее придумали сами наши дети. В основном Петя вот ее придумал. Что-то похожее дети видели уже, то есть под музыку идет сражение двух витязей, там современных реконструкторов, скажем так. И вот они решили тоже сделать что-то подобное. Ну, мы вместе с детьми этот номер подработали. Вложили в него как бы смысл. И смысл будет такой.
В нем присутствуют будут разные стихии, как бы изображаться разные стихии. Будут стихии воды, огня. И в природе существуют противоположности, как там день-ночь, зима-лето, там сила созидания, сила разрушения. И вот в битве они борются между собой, и в битве этих сил рождается, творится жизнь. То есть не может быть только созидание или только разрушение, а как бы вот взаимодействие между собой, борясь между собой, они творят жизнь. И вот сейчас такой номер дети продемонстрируют под музыку. Музыка в этом номере будет, который написала Велеслава, этническая певица Велеслава. Если она нас сейчас, может быть, видит, мы ей передаем большой привет. Она могла, хотела сама сегодня прийти, но сегодня не получилось, но вот с ее помощью тоже мы проведем сейчас этот номер. Пригласить всех детей к нам сюда, будем исполнять песню «Заинька», которую нам должны помочь все дети. Вот так, цветочки, Зайка, вей веночек, серенький вей веночек, вот.
так этак ливеночек, вот так этак ливеночек. Заинька, надевай, серенький надевай, вот так этак надевай, вот так этак надевай. Заинька, поплеши, серенький поплеши, вот так этак поплеши, вот так этак поплеши. Заинька, отдыхай, серенький отдыхай, вот так этак отдыхай, вот так этак отдыхай. Заинька, поскочи, серенький поскочи, вот так этак поскочи, вот так этак поскочи. Заинька, поклонись, серенький поклонись, вот так этак поклонись, вот так этак поклонись. Сейчас у нас в гостях издательский дом «Компас Гид». Издаются книги для детей разных возрастов современных авторов. Я представляю представителей издательского дома Катя и Денис. Проходите к нам, давайте поаплодируем. Катя и Денис сегодня покажут мастер-класс по изготовлению открыток с детишками, проведут мастер-класс. У нас есть здесь... Ребята, домики, глобус и таксо. Нет, глобус и домик. Нет, таксо. Нет, таксо. Нет, домик. Алина, давай. Нет, домик. Нет, домик. Нет, домик. Нет, домик. Мне вот такой домик. Алина. Мне вот такой домик. Возьми маленький. Да. Возьми. А что это за книжки? Это книжки современных авторов, которые мы издаем, выпускаем. Книжки, картинки для маленьких детей, для детей постарше, школьного возраста. А также взрослых, которые тоже любят детские книжки читать и рассматривать. А теперь... Мы начинаем вырезать по контуру каждую открытку, которую у вас есть. Чтобы вырезать? Да, по контуру, чтобы получилась объемная фигурка. Домик, глобус или такса. Я вам буду помогать, поэтому, если что, говорите. Садись вот сюда, чтобы спиной не сидеть. Нормально? А еще ложечки? Да, конечно. Катя и Данила. Мы тоже вырезаем. Так, а здесь что надо вырезать? Здесь такса. Понятно, а что нужно вырезать? Вот все части. Все-все. Ни одну, ни одну. Домик попросил, да, домик там. Ты хочешь это именно? Хорошо, давай. Вот ты что будешь вырезать? Ты выбрал себе? Я таксу и домик. Такса должна получиться вот такая. Ого. Да. Слушай, это получается у нас уже объемная открытка? Да. Да. А доброе пожелание останется внутри. Да, можно ведь написать пожелание сзади, и кому-нибудь обязательно оно дойдет. Кому нравится такая? Мне понравилась такая такса. Да. Очень, по-моему, симпатично. Поначалу я подумала, что это корова, честно говоря. Вот на открытку посмотреть, да? Да. Корова. Такая расцветочка, а на самом деле она превращается в такую вот симпатичную таксу. Ну давай, я тебе помогу, давай. Это непростое задание, да, а так, вырезать, смотри-ка. Да, здесь очень нужна ловкость рук. Хорошие ножницы. Ну, ножницы хорошие. Да, сейчас будем проверять ловкость рук. У кого хорошие ножницы? У меня. У меня. А всем одинаковые открытки достались? Вот, Доброслав, ты вот что вырезаешь сейчас? Скажи. Домик. А мне у тебя что? Такса. Такса. Полина, у тебя? У меня домик и домик. Два домика? Да. А у разных? Меня домик и глобус. Домик, а у меня домик
У меня тоже домик такса. А у меня тоже домик такса. Так, а вот это вот там отель. А, нет, это нельзя. Так что можно будет потом поселить в этот домик. Тимофей, у тебя что? Домик. Вот, а вообще можно построить, наверное, даже целый город. То есть те, кто вырезает домики, можно все это поставить. Получится огромный город. И а вот эти открыточки тоже ваше издательство издает? Да. То есть это вот они отдельно или они прилагаются к книжечкам? Нет, они отдельно. Мы отдельно издаем книжки, отдельно открытки. Угу. Помогу вам, и тебе тоже помогу. Смотри, даже для взрослых не очень простое задание вообще. Вот это все. Я уже заканчиваю. Да. А у вас еще много всяких вариантов вообще есть открыток? 98. Ого! Но они не все конструкторы, не все они вырезаются, потому что у нас разные авторы. В том числе даже один автор, немец, мы выпустили его книгу про Мишку, который очень хотел завести семью и стать папой. Я вырезала, теперь мне складывать по линии. Тематика ваших открыток, она совпадает вот с книжками, со сказками, как для нас отдельно вообще? Вот если брать вот этого немецкого автора, то там совпадает. Там есть вот именно по теме книги, да? Это сюжеты из книги и иллюстрации. Интересно. А вот, понимаете, это картиночка на каждой открытке. Как бы все получается? А кто уже вырезал? Я. Уже? А теперь нужно сгибать по линиям. Я понял, у вас волшебные ножницы, поэтому так получается красиво. Потом мы будем его клеить. Ножницы действительно очень хорошие. Ну нет, я еще не вырезала. Сложное задание, слушай, это вот для меня сложное. Это вот сколько... Видишь, сколько всяких вот деталек мелких, вот тут надо вырезать, еще не обрезать их. Аккуратно. Да. Туда попасть. А я вырезала один. Конечно, теперь хорошо. Теперь его нужно сложить по линиям. Маникюр, а потом мы будем... Да, таким маленьким, который мне такими ножничками... Нет, а вот так еще не все вырезать. А это такой домик башенка, да. Это домик. Вот это тоже домик. А вот это тогда тоже домик. Так, ты уже вырезал? Марк, ну ты обрезал то, что нужно было не срезать, вообще-то говоря. Наверное, тебе придется новый... Почему я домик доделываю. Все молчат. А, ты доделываешь? Подожди, у меня еще была вот эта деталь. Это очень важные детали. Я сейчас вырежу. Катя, мы хотим послушать еще какую-нибудь историю из ваших замечательных книжек. Да. Книжек вашего издательства. Есть у нас замечательная сказка. Сказка про остров Синего Солнца. Вот. В ней рассказывается про... Там очень много разных героев. Вот. Есть и герой Аркадий. И, собственно, есть Синее Солнце, которое каждый день встает, вращается вокруг своей оси и светит своими синими-синими лучами. Вот. Пьет оно чернила. Вот. Поэтому оно синее. Вот, есть банк, в котором нету денег. Вот Аркадий туда ходит. Банк? Банк, да. Он там работает. Там а совсем... что ж такой за банк, в котором денег нету? Странный какой-то банк. Сказочный. Вот такой, да, сказочный банк. Вот, там проводятся всякие исследования. Вот. А банк исследований? Про деньги, которых нет. А, которых... Вообще интересная тематика, да, такая вот сказочная? Ну и что же было дальше? Этот Аркадий, он отправляется в путешествие, по пути встречает этих персонажей. А персонажи очень необычные. Там есть такой в виде бублика циклон. А Аркадию сколько лет? Аркадию? Да. А неизвестно. Ну, он средних лет такой персонаж. А, это уже взрослый человек. Да, да. Но зато он любит очень шляпы.
И у нас есть еще один мастер-класс, мы его тоже вам как-нибудь непременно покажем. Это изготовление шляп в форме солнца, и вообще можно много-много всего разного придумать. А еще у нас есть большие такие рыбы из пенопласта, на которых передвигаются персонажи этого острова. И туда можно будет садить себя, в том числе, из пластилина. То есть это тоже открытки или что? Нет, это... Много-много пластилина и слепительного. То есть в книжке есть описание этого мастер-класса? Да, как-то... А, это уже ваша придумка? Конечно. Вот эта книжка у нас, она про то, как важно с раннего детства отличаться от всех остальных. Прыгать больше всех, как эта овечка. Овечка, да? Да, здесь про овечку Шарлотту, которая прыгала выше всех, забиралась на скалы, ходила там, где даже другие овцы не были никогда. И все эти умения... Не мечтала даже туда попасть. Да, все эти умения ей помогли в будущем, когда стадо попало в беду вместе с пастухом. И только эта овечка смогла спасти всех. От чего остальные... Надо заниматься спортом, да? Да, надо заниматься спортом, двигаться всячески, изучать новое, неизведанное, интересоваться. Красивая. А что у вас еще есть? Еще у нас есть такая книга про Мишку. Это иллюстратор немецкий. Это про нашего Мишку, наверное, да? Да, конечно. Только вот этот Мишка, он когда вышел из берлоги, первым делом, он голодный, все-таки целая зима прошла, и он наел первым делом себе бока, хорошо покушал. А потом понял, что ему стало одиноко, и надо бы ему заняться семьей и маленьким медвежонком. И всю книжку он ищет совета, способа, как ему... Скажите, а кто нарисовал такие красивые картинки? Это вы нарисовали? Нет, не я. Это иллюстратор немецкий, очень известный, Вольф Эрлбрух. Эта книга, она получила премию Андерсена, очень такую знаменитую. И все дети ее очень любят, и родители в том числе. А вот книжечка про дом называется. А про дом — это замечательная книжка, дом, в котором живет много-много разных соседей. Каждый... Это про мой дом, наверное. Да, это в этой книге можно узнать каждого своего соседа, проследить за ним, кто чем занимается, что у кого происходит. Это целый мир, который совершенно необычный. В общем-то, у нас так всегда и происходит. А в конце, кстати, можно нарисовать всех этих персонажей. А скажите, а эта книжечка для маленьких или для взрослых детей, или для всех? Она для всех, начиная от 4-5 лет и заканчивая взрослыми. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по итогам мастер-класса? У нас осталось 2 минуты, такой блиц финала, расскажите. Я смотрю, что почти у всех готово, все получилось, и дети, они прекрасно владеют ножницами, клеем и... А давайте покажем работы, которые получились. Вот, Катя, давайте покажем. Поднимите, пожалуйста. Поднимите, пожалуйста. Вот кто покажет? Поднять. Покажи, Это не работа. Это же такса настоящая. С сардельками. Сардельками, да. А что у мальчика? Держи. Домик, да? Так. А что у Полиночки получилось? Хорошо, спасибо большое. Скажите, а мы должны вклеить в книжечку обратно все эти открыточки, или можно ребятам их оставить себе? Нет, конечно, ребята оставляют их себе. Можно поставить на полку, на стол рядом с собой и смотреть. Катя, финал, расскажите, пожалуйста, еще раз, как вас найти и будете ли еще раз в нашей студии рассказывать? Да, мы с удовольствием придем в вашу студию, если вы нас пригласите, вот, если детям понравилось. Вот. А найти нас можно очень просто. Мы находимся в самом центре города, собственно, как и вы. Вот. Находимся недалеко, мы с вами практически соседи, находимся на Лубянке. Вот. Там наше такое небольшое, но уютное издательство.
Вот. Куда обязательно можно прийти в гости. А можно мы к вам тоже придем в гости? Конечно, можно прийти. Ура, ребята, давайте сходим в гости в издательство. Такие красивые картинки. Да, у нас на входе огромный крокодил. Так что можно. Это наше любимое занятие, ходить к крокодилу в гости. Все, спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Маргарита, обидеть. А сейчас у нас будет... Мама. Вообще чиная труба. Нам в гости пришел. А сейчас нам в гости пришел дядя Володя Борисов, детский поэт. Проходите, Володя. Вот он где. Объявлены сметы. Проходи. Куда надо проходить? Сюда, сюда, Володя. Так, я иду туда. Дядя Володя, пришло два детских поэта. Еще дядя Юра Парфенов. Дядя Коль, я еще. Проходите. Я частями вхожу, потому что я не донес все книжки, которые хотел показать. А вторую часть. Кто дядя Володя Борисова? Поднимите ручки. А что так робко-то? Ну подними руку. А мы проверим, кто дядя Володя Борисов. Вот. Стишок. Разобрали мы будильник. Всем достался. Холодильник. Подзатыльник. Так мнения разделились. То ли холодильник, то ли подзатыльник. Подзатыльник. Ева, молодец. Ты показала, что ты очень хорошо меня знаешь. Потому что когда я первый раз читаю свою считалку «Разборка» или «Будильник», как ее называют, то многие говорят... Холодильник. Так, ну ладно, у нас сегодня день рождения, тема, да? Да. Так, дядя Юр, я так понял, к дню рождения у нас какие-то хорошие подарки, хорошие стихи и песни. Вместе, вместе. Вот так, можно? О. Ты будешь меня подпирать? Да, конечно. Вот приходит как... день рождения, веселая пора. И тортик, и печенье. Ура, ура! Да? Ура! И тортик, и печенье съедает детвора. Отлично. Так. И просит добавки. День рождения, малиновые. Варенье. И чтобы банка здоровая. Ой. Пузатые. Трех. Литровая. Я на вас смотрю. Литроватная у меня в голове. Литровая. Можно есть понемножку. Можно столовую. Ложку. Ну, заработала. Можно целый. Половник. На завтрак, обед и на... Полник. В стекле отражается солнышко. И так далеко... До трансформатора. Да, до... нышка. Ой, банка упала. Ну, хорошо, что пластмассовая. Не разбилась. А можно с вами принимать участие в рифмы? А, да? Сразу в рифмы? Но я тут слышала краем уха. Постепенно, не сразу. Дядя Юр, да. Ну вон та стопочка, которую я не донес, там как раз вот задача-то была. Не, ты мне не дашь ее, не донесешь? Вон все, что на тумбочке. Мы там в рифмы сыграем. Вот эту стопочку с книжками. О, молодец, догадался. Здорово. Так, то есть я понимаю, что читать стихи неинтересно, интереснее играть, правда? Да. Ну хорошо, играть так играть. Но стихи очень интересны, почему? Ну, если... Кто сказал, что неинтересно, неправда. Так я не знаю, то ли мы играть в рифмы, то ли я буду читать стихи. Что в сказать? Рифмы, в рифмы. А мы и то, и другое хотим. Вот. Как-то так получилось, что все время мне говорят, а мастер-класс можно? Можно, можно. Я вот взял, написал загадки, они называются геометрические. Вот поэтому я буду начинать, а вы попробуйте закончить. Готовы? Наполнил воздух оболочку, шел от костра горячий жар и полетел без проволочки вверх к облакам воздушный шар! Здорово! А этот шар, переиначь, добавь полоски, будет... Мяч. Молодец. Шар этот зеленый, поднять не берусь. Такой тяжеленный попался. Арбуз. Здорово. Глаза, нос, рот, румяный бок. И шар твой будет? Колобок. Здорово. Ты смотри, включаемся. Так, ну что, с шаром закончили. А если я возьму куб? Можно? Попробуем. Ну давайте с кубом попробуем. Жужжащий куб задел, спасайся пулей. Живут в нем пчелы, кубик желтый. Улей. Посуду мы упаковали ловко в куб из картона. Это же... Морковка! Коробка! Дядя, подойди ближе. А морковка квадратная бывает? Да. Бывает. Скажу честно, вот сейчас такая наука продвинулась, что иногда делают специально квадратные для того, чтобы лучше упаковывать. Арбузы! Арбузы квадратные говорят. Вот поэтому чуток не бывает на свете.
Вот я даже стихотворение однажды написал, то, чего вроде не бывает, а у меня вот было. Хотите, прочитаю? Хотим. Так, только надо его найти, чтобы точно прочитать. Итак, чего не бывает? Было жарко. Было холодно. Нет. Я начинаю, а вы говорите все наоборот. А вот как это у вас получится, сейчас проверим. Значит, для начала, начало стихотворения такое. Было жарко, в лютый холод. Мы оделись догола. От обжорства мучил голод. Ну, поехала. Вышло солнце, ночь была. Жара. Высоко внизу сидели, молча разговор вели. И мороженое ели, нам родители велели, чтобы мы горло берегли. Хорошо получилось. Получилось? Да. Ну вот, вот видите, это уже тоже игра внутри стихотворения. Вообще,